Для быстрого и питательного перекуса рецепт домашней шаурмы без майонеза подойдет как нельзя лучше. Берите на заметку мой рецепт. Домашняя шаурма без майонеза – это вкусно, сытно и полезно. Для начинки лучше использовать побольше овощей, а мясо или колбасу можно заменить, например, на крабовые палочки. Быстрая шаурма готовится без майонеза, что многим придется по вкусу. Из овощей предлагаю взять огурцы, пекинскую капусту и маринованную морковку по-корейски, которая придаст блюду большую пикантность. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте ингредиенты по списку для приготовления домашней шаурмы без майонеза. Разверните лаваш, смажьте его томатным соусом и йогуртом, добавьте начинку, корейскую, маринованную, морковку и крабовые палочки, нарезанные небольшими кружочками, натрите твердый сыр на мелкой терке. Нарежьте полосками пекинскую капусту и свежие огурцы кубиками. Свежие овощи очень хорошо подходят для шаурмы, и блюдо получается не только вкусным, но и более полезным. Сверните лаваш рулетом. Подписывайтесь и ставьте лайки. Разрежьте шаурму на две части, при желании и если есть время, шаурму можно подогреть на сухой сковороде. Готовую шаурму можно сразу подавать к столу, приятного вам аппетита! Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Ингредиенты. Лаваш 1 штука, тонкий. Пекинская капуста 100 грамм. Крабовые палочки 80 грамм. Огурцы 50 грамм, свежие. Сыр 50 грамм, твердый. Морковь по-корейски 80 грамм. Томатный соус 2 столовые ложки или кетчуп. Йогурт 1 чайная ложка. Количество порций 2. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Еще увидимся!